10 апреля республика присоединится к всемирной просветительской акции «Тотальный диктант» уже в 9-й раз. Написать диктант можно на 5 площадках: в Национальной библиотеке Чувашии, новом корпусе ЧУВГУ, школе имени Николаева в Шоршилах, гимназии номер 6 в Новочебоксарске. Начало диктанта в 14:00. В этом году принять в нем участие можно 3 способами. Очно на одной из площадок, в форматах «Пишем дома», под диктовку во время трансляции на сайте, оценки в этом случае не выставляются. Или онлайн. Печатают текст в специальном окне на странице трансляции. Для очного написания диктанта нужно зарегистрироваться на сайте проекта.